Добрый день, дорогие друзья! Запеканка – это отличное решение для того, чтобы накормить своих домочадцев вкусным обедом. И сегодня я поделюсь своим рецептом с семейной запеканкой. Нам потребуется картофель, грибы, сыр, фарш, лук, слоеное тесто, сливки и специи. Приступаем к приготовлению. В миску кладем фарш, солим, перчим. На терке крупно натираем лук. Вливаем сливки. Перемешиваем. Выкладываем фарш слоем в форму. Нарезаем картофель кружочками и выкладываем вторым слоем. Картошку подсолить по желанию можно и поперчить. Форму ставим в духовку на 20 минут. А в это время нарезаем и обжариваем грибы. Немножко присаливаем. Вынимаем форму из духовки и посыпаем сыром. Прямо на сыр выкладываем грибы. Разравниваем. И ставим снова в духовку на 10 минут. Остался последний штрих. Достаем форму и накрываем тестом. И украшаем. И ставим снова в духовку на 10 минут, чтобы тесто подрумянилось. Запеканка готова, достаем ее из духовки. Вот такая красота у нас получилась. Прошу к столу, приятного аппетита!